А прикиньте, это, помните, вы играли в этот, в копать или там вэш или бан? И все, и хуй, в коробке сидишь, пока вэш не дал. Да ну нет, ну что... This is your host on WKWB, your hometown station, bringing you the best tunes to warm your hearts on this chilly night. Блять, сейчас, сейчас он посрет, сходит. Чё там был за пароль? 5176. Да иди нахуй, блядь, дурак. Бежать. О, не надо. Блять, я ж дернулся. Ладно, пойдем сейчас погадим по брикам. Я думал, он меня сейчас опять заблочит, если честно. Да просто мне нравится, как женщины писают по звуку, поэтому я так специально рестарт сделал, вы просто не понимаете. Я извращенец. Я не могу встать. Смывать не будем. Ловушка будет, напиздим потом, что это он не смыл. Но я не вымыл руки после того, как... Ебать, слышите? А там что? Блять, как он заебал! Он такой маньяк больной! Блядь, он ходит за мной. Иди траву потрогай. Ты что, ебанутый? Тут, блядь, вообще-то... ну, как бы, блядь, тут как бы, ну, зима. Бля, подвал, это стрёмно. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lost Team. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Lost Team. Lost Team, купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Становится реально холодно. Я понял, где мы будем прятаться здесь. Кто-то будет нам свет вырубать. Бля, мне кажется, это он маньяк будет. Совершенно обычный подвал. Это местное, например, студенческое общежитие. Ты уверена, я не чувствую здесь запаха Long Beach Куша. Типа он пытается быть каким-то милым, но я подозреваю, что он маньяк, кстати. Какой-то, блядь, очень какой-то нездоровый он. Что-то, блядь, никто не приехал. Мне кажется, он и не сказал, кстати, о том, что мы тут. Или подруга в сговоре, я хз.
Это не он. Там еблан, слышишь? Иди разберись. Там дед стоит. В комнате нашей, где мы должны чики-брики делать. Фу, я тут буду спать. Одна! Ты здесь? Вы нас напугали. Упси, я не хотел. Добро пожаловать в мой милый дом. Какая милая парочка. Не-не-не, мы не пара. Молчишь? Ну и правильно. Карп, тебе не нужно было так стараться. Все глупенький я. Мы никого не ожидали. Я искал кошку свою ранее и вспомнил, что телевизор сломался. Просто думал попробовать запустить его снова, так как последние жильцы оставили плохой отзыв о нем. Знаете, люди говорят, относись к гостям как к членам семьи. Моя семья никуда без телевизора. И насчет этого. Ну, раз вы здесь, давайте я покажу вам мой любимый дом. Прямо сейчас. Я был бы плохим хозяином, если бы не показал вам, где что находится. Блять, может ты выключишь эту хуйню, старый уебан? Я мужчина средних лет. С самого начала его присутствие вызывало у нас дискомфорт. Вот душ. Эта штука заставит вас чувствовать, будто вы моетесь под водопадом в джунглях Амазонки. О, эта раковина не работает, к сожалению. Не волнуйтесь, я скоро починю ее для вас. Давайте я теперь покажу вам спальню. Тут я ебал бабку Зину. Харп, ты только посмотри на этот шикарный вид из окна. Вы думаете, это шикарный вид, мистер? Видите, пока я вам не показал балкон. Пойдемте за мной. Что, блядь? Вы идете, мисс? Значит, какая-то странная хуйня, если честно. А, ебать, он куда-то вышел. Ну, блядь, дача просто. Господи, это идеально. Очень холодно. Рад, что вам понравилось. Это одно из моих... Я просто, ну, типа, я реальную роль женщины отыгрываю. То есть, если бы я был его женщиной, я бы сразу начала пиздеть. Очень холодно. Это одно из моих любимых мест. Вид на ручей прекрасный. Это также отличное место для рыбалки. Ладно, давайте возвращаться назад до того, как я опять простужусь. Ты тут стоишь, Ваня. Вот кладовая. Если вам что-нибудь понадобится, инструменты, дополнительное одеяло, что угодно, все это здесь. Если электричество когда-нибудь отключится, вы можете воспользоваться этим фонариком справа от меня. Такие бури никогда не знаешь, что может произойти. Спасибо. Ладно, ребята, давайте спустимся вниз. Ладно, вижу, вы уже заставили холодильник вкуснейшей едой. Видите ручку? Прокрутите ее вверх для большего охлаждения, вниз для меньшего. Зимой я стараюсь держать его в нижнем положении, потому что счета выходят заоблачные. Не говоря о зиме, мне лучше вам показать водонагреватель. Че, он передумал тоже идти? И что? Здесь ни о чем беспокоиться, только водонагреватель и кое-какие старые вещи для хранения.
Ну, довольно большой резервуар, но если он когда-нибудь перестанет работать, просто нажмите кнопку снизу. Лампочка должна загореться, и он начнет работать снова. Понял. Все проверил. Эй, сэр, что там с той комнатой? Ничего, о чем вам двоим стоило бы беспокоиться. Я как бы использую этот подвал как склад. Арендаторам не нужно это пространство. Им действительно стоит держать его наверху. Ладно, мне просто было интересно. Давайте двигаться дальше. Бля, там дети, походу. Я уже упоминал, что... возможно, мне следует оставить это при себе. Парень, у которого я купил этот дом, сказал мне, что его мать умерла здесь. Некоторые гости сообщили, что слышали голоса по ночам. Они сказали, что слышали, как что-то внизу шаркает. Не хочу вас пугать, но если бы я был одним из вас, я бы сюда не заходил. Хе-хе-хе. Выражение ваших лиц... Да ладно, я просто шучу. Бля, какой-то еблан, сука, за $100. В этот момент мой мурашкомер тихо показывал около 6 баллов из 10. Ладно, ребята, снег начинает накаливаться. Я сейчас отправлюсь в путь. Мне нужно найти этого чертового кота. Спасибо, что показали нам дом. Кстати, какое имя было указано при бронировании? Я, наверное, старею. Это Сидни. Ха, Сидни, точно. Красивое имя для красивой девушки. Кажется ли этот чувак действительно супер странный? Очень странный. Ладно, пойдем посмотрим, есть ли что-нибудь хорошее по телевизору. На самом деле я пойду быстренько приму душ. Круто, я найду что посмотреть, пока ты там. Дай мне знать, если почувствуешь, что находишься под водопадом. Ха-ха. Какой странный парень. Спасибо, скоро увидимся. А он не хочет... Сколько? 11 касабов. Спасибо. А он не хочет помыться, типа? Или только девушка обязана мыться? А этот будет сыр свой копить, блядь. Бля, надо вот тут осмотреться еще. Две локации, если что, где не шуметь. Крипово очень. Нахуя мне тут мыться? Она покажет сиси голые женские? Походу нет. Зачем? Что вы видели? Я, блядь, вот так могу. Смотрите, сейчас я вам покажу телепорт. Видели? Я крутой. Блядь, на всякий случай двери буду открытыми держать. Хуя их вообще закрывать, непонятно. Ой, сука, напугал со спиннингом. Эй, Хар, посмотри, я нашел ту удочку в том сарае. Планируешь поймать для нас ужин? Теперь, когда ты упомянула, что это было бы довольно эпичным дополнением к поездке. Ребят, будь я какой-нибудь пацик, я бы такой, слышь, ебать, это охуенно, но я женщина. Я не знаю, там холодно. Давай, Харп, что могло бы сделать это путешествие более эпичным, чем возможность поймать свой чертов ужин? Ладно. Черт возьми, иди за мной, в сарае есть еще одна удочка, так что мы оба можем попробовать.
Пиздец. Так нужен дырокол. Там же замерзла, наверное, речка. Где эта мразь? Хочешь взять другую удочку, Харп? Да, просто дай мне секунду. Погоди, а где удочка-то, блядь? Ай! Ого, я увидел потрясающий рецепт запеченного карпа. Нам нужно поймать три карпа, ты в деле? Да. Ну, во-первых, нам нужна правильная наживка для карпа. Посмотри на эту доску с информацией о наживках. Когда будешь готова, хватай наживку для карпа и отправляйся к ручью. Мы собираемся поймать карпа, Харп. Хорошо, как карп называется по-английски? Карп? Нет, по-английски не карп. Может быть, чуб? А, вот. Коккомон корп. Мы с моим другом идем рыбачить, ребята. Что может быть более романтичным? Другом, блядь, да. Здесь карпы сегодня клюют. Давай. Бам! А, блядь. А что надо сделать? Ох, не волнуйся, Харп. Рыба просто пытается выглядеть незаинтересованной сегодня. Прямо как... Я не понимаю! Что это? Хорошая рыба, Харп, но мы сегодня на миссии по ловле карпа. Кинь эту рыбу обратно в воду. Да какая нахуй разница, блядь? О, кип. Говорят, если есть один карп, то всегда есть больше. Да мне похуй, что они там говорят. Наживку надень. Сука, байт, вон где пари баннер. Что-то это не карпик, походу, нихуя. О, кстати, надо побольше баннер сделать.
У, остался еще один. Слышь, ты хуйня, ты что-то ловить будешь вообще? Урод, блядь. Че он ничего не делает? А он сидит, советчик мамкин, блядь. Ладно, карп, похоже, мы поймали трех карпов. Ты хочешь что, вернуться назад и закинуть их в духовку на ужин? Давай. А что, им не надо жопу чистить? Так. Что за звук? Ты почему дверь за собой не закрыл? Ты что, судочка как еблан пойду? Как мне ее выкинуть? Ой-ой-ой. Когда я чищу рыбу, тебе не составит туда приготовить маринад. Я не знаю, как его делать. Просто возьми миску, добавь туда имбирные пасты, растительное масло, черный молотый перец, соль, итальянские травы. Блять, что нахуй? Это то, это надо? Паприка. Я нихуя не понял. Маринад, наверное... А, вот, для дебилов. Все подряд, короче. Шампунь туда. Talent season что-то. Йогурт, блядь. Наверное, тут. Ладно, молоко это не йогурт, а как? А йогурт кто-то брал? Блядь. А где йогурт-то взять? В холодильнике. А, вот йогурт. Аккуратно. Не положишь рыбу в маринад в кастрюльку, пока я нарезаю овощи. Уже бегу. Так, А что, блядь, он сюда положил? Я не понимаю. Я реально тупица, я не ебу. Ту карпс. Блять, а где рыб-то, ёб? На столе в углу. А. Надо две. Маринаде. Теперь не могла бы добавить овощи, конечно. Я читал, что нужно включить духовку на 30 минут при 400 градусов. Хуй знает сколько. Карп обещает быть вкусными. Разве мы можем... Бля, я очень жрать захотел. Идем, пока не приготовится. Как насчет поиграть в настольные игры? Я видел, насколько в комнате... А, нас несколько в этой... Какой из? Думаю, мы могли бы. Просто возьми того, который бросается в глаза. Жду не дождусь увидеть, что ты выберешь. Я видел несколько в комнате рядом с гостиной. Я сейчас посмотрю. Так, погоди, а где? В комнате рядом с гостиной. Просто, может, я не все посмотрел? Так, это сортир. Просто я не все осмотрел, чтобы игры где-то найти настольные. А, вот. Бля, что будем играть? Катаполия!
Уиджа! Бля, можно в это поиграть. Спиритическая игра. Ой, это доска Уиджи. Молли мне один раз сказала, как ей удалось поговорить со своей мертвой бабушкой через одну из этих штуковин. Я не могу терпеть ее... Терпеть ее потустороннюю чертовщину. Эй! Помнишь, как Рик вел себя странно при упоминании подвала? Как тебе идея попробовать это там? Окей, тогда погнали. Блять, а если бы я... Ой, блядь, а если б я другую игру выбрал? Ты уже боишься? Да. Я возьму катаполию. Ладно, похуй, пойдем. Че, я уже взял игру. Остерегайся пауков снизу. Бля, игра что-то градус начинает повышать. Знаешь, что сделает это более страшным? Что? Давай выключим свет и увидим, реально ли работает эта штуковина. Давай. Блядь, этот свет не выключается, ну-ка. Все равно, ты знаешь, как эта штука работает, Харпер? Нет. Вот как это работает. Во-первых, мы слегка ложим наши пальцы на маленькую дощечку. Мы должны задать духам вопрос, и духи, если они есть, будут двигать дощечку, чтобы ответить на вопрос. Но это то, что Молли мне рассказывала. И еще кое-что, Харп. Никогда не убирай пальцы с дощечки, пока духи не попрощаются. Иначе мы разозлим духов, она сказала. Хорошо, тогда ты первая. Ты видишь нас? Что? Не может быть, это ты двигаешь дощечку? Это был не я. У меня такое же ощущение. Как там в загробной жизни, приятель? Прояви уважение. Блять, а что? Можешь что перевести? Субтитров нет просто. Как тебя зовут? Н... G, J, N, I, A. Что? Моя очередь. Уже, приятель, дай нам знак. Дай нам знать, что ты здесь. Черт. Обычно не из тех, кто верит в привидения или духов. Я бы солгала, если бы сказал, что в ту ночь не чувствовала себя неловко. Че, мужичок просто кинул меня нахуй? Долбоёб, стой, сука! Ладно, тут кто-то в двери, походу. Ты чё, обосрался, друг? Происходит какая-то херня снизу, Харп. Это было странно. Странная часть то, что ты меня бросил. Что за чёрт, Харп? Я думал, ты тоже пошевелилась своей задницей. Пошевелишь.
Было бы неплохо, если бы ты проверил. Ты когда-нибудь слышал о бей или беги? Сидни, прости, хорошо? Да иди ты нахуй, ты что, дурной, блядь? О, есть, есть, можно присесть. Бля, ну хоть еду, блядь, сейчас сделаешь. Думаю, скоро начнется шоу. Как насчет того, чтобы посмотреть телевизор, пока мы одни? Конечно. Пока едим. Блять, ну... Ладно. Welcome back to Cooking with Jeffrey. I'm Jeffrey. And today we will be cooking... Asparagus chocolate cake with a spoonful of mayonnaise. This delicacy is very popular in Romania, where mayonnaise flows down the rivers like a mayonnaise water park. So first, we are going to prepare the asparagus. Season these with a lot of salt. Salt is good for the bones. Хуеть, я хвост съел. After letting these simmer in the salt bath, we can start making the chocolate. Take a couple of cocoa beans. Yes, the cocoa beans need. Это было одно из лучших блюд, вдвойне лучше, так как мы поймали рыбу сами. Нам было очень вкусно. У нас выйдет неплохая команда, Харп. Эй, в любом случае, мне нужно быстренько проверить мою электронную почту. Забыл свой ноут сверху. Думаю, мы отдыхаем от работы. Это не по работе, я просто жду детали отправки моей новой Дискорда. Сейчас вернусь. И тогда помою посуду. Нахуй! Это Редфло! Все. Это ебаный Редфло. Почему я? Я не посудомойка, блядь! Ладно. Помою посуду. Киберспорт по... Женский киберспорт. Майкл Дж. Хартер. Чё? Ты же в гараж, ты же... А, мне кажется, под моей кроватью кто-то есть прямо сейчас. Ты можешь подняться? Не завай звуков, иди медленно. Чё так тихо, я не понял, ребят. Чё-то за суета происходит. Куда весь звук пропал вообще, нахуй? Повезло, что я тебе не сломал нос. Мой хороший вид является половиной моего очарования, Харп. Не подпорть его. Я точно поймал тебя. Было весело, не так ли? Это не круто, чел. Да ладно тебе, это была шутка. Хочешь следующий раунд? Что насчет пряток? Ты скажешь, Сидни Харпер. Хорошо, ты в деле, я считаю до 10. В подвале. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Попался. Даже не было испытанием. Я подумал, что ты будешь хорош в этом, раз я не смогла дойти... Блядь, короче, тут перепутаны диалоги. Что тебе стоит искать получше? Ладно, теперь моя очередь прятаться. Лучше закрой глаза и начни считать. Бля, Майк прятался. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать. Не понял. Так, блять. Ну, скорее всего, он спрятался где-то на втором этаже. Сейчас заодно монополию подожжем чуть-чуть. Сейчас дверь закрою заодно. Он вот здесь. Или нет? Под кроватью МБ? А где? Блять, а где он может быть? Только комната осталась. Вот это. А, вон он, еблан этот. Попался! Поликарп, кажется, я что-то слышал наверху. Обмани меня раз, позор тебе, обмани меня дважды. Без шуток, Сидни, я серьезно что-то слышал там. Ты не слышал это? Нет, я не слышал. Я клянусь своей жизнью, я что-то слышал. Я вижу эту дверь на чердак. Опа, блядь. А что, я что ли, блядь, все проверяю? Какой-то мужик, блядь, странный нахуй. Хорошо, и что мне с этим сделать? Собираешься проверять? Ты выше меня, почему бы тебе не залезть? Я думаю, Эмма, мои плечи слишком широкие, чтобы пролезть сюда, Сидни. Но одному из нас точно стоит заглянуть. Куда ты прячешь эти широкие плечи, Майк? Серьезно, Сидни, я не думаю, что оно пролезет. Используй подножку позади и заберись наверх. Что за подножка позади? Ты дверь-то, блядь, не закрывай за мной. Кто-то видит подножку? А, вот, блядь. Хоть закрывать, сука. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, я еще раз поднимусь. Просто не думал, что можно выйти. О, курва, Бартик! Напугал меня, долбоеб. Как его взять? Погладить котика. Котик! Долбоёб. А, кстати, обратите внимание, что тут кто-то жил, блядь. Судя по матрасу. Правда, ничего не видно. Идем, Барсик, спускайся. Котик. Котик, кс-кс-кс. Не, прикольный. Он жрать, наверное, хочет, он там год уже живет. Сини, ты в порядке? Что там было? Похоже, ты не единственная кошечка в доме.
Что ты имеешь в виду? Это был всего лишь кот. О, какое облегчение, я даже не забеспокоился на минуту. А, забеспокоился он даже. Я думаю, она голодная. О да, может, мы можем дать ей одного из карпов, когда я найду тебя снова. Не, не хочу играть. Чё, найдешь меня? Давай, залезь. Хуесос. А где кошка? Котичек. Котик. Котик. Как насчет того, чтобы ты сделал это намного потруднее в этот раз? Бля, это долгая игра, если честно, вообще. Мы так долго не играли, по-моему. Неудивительно, что он ее так долго делал. Вот ты где. Черт, мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что ты вышла из дома. Моя очередь, закрой эти прекрасные глаза. Я начинаю вставать. Смотри, я спрячусь в доме, все равно мы направляемся внутрь. Ты найдешь меня, и мы пойдем спать. Блядь, это дебил, блядь. Я не знаю, у меня секс будет, я уже что-то даже расстроилась в моменте. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Какой-то попущ, сука. Так, где он мог спрятаться? Я б что-то, блядь, уверен, что он в этой двери. Бля, вот на самом деле интересно, что за дверью. Бля, прикиньте, на чердак залез, реально. Вот, сука. По-любому же может так быть. Кстати, смотрите, следы сюда ведут. Это, наверное, вот тут дверь. Hello there! Долбоёб читается просто. Давай, пугай меня нахуй. Блять. А где он? Котик. Его тут нет. Тогда получается, этот ебанат где-то в другом месте. Может быть, в шкафу? Под кроватью, блядь, 100%. Или на балконе. Он сказал, что в доме, кстати. Попробуй кота покормить. Давай. Сейчас попробуем, кстати, кота покормить. П-
похуй на него, пусть сидит. Котика в первую очередь надо покормить сейчас. Рыбкой. Котик! На рыбку. Служи. На. Кушает! Кушает, кушает! Кушает котик. Ну, пойдем теперь долбоеба искать. Что, еблан? Блять, что происходит? Что случилось? Ну, привет. Почему вы здесь еще раз? Я чиню смеситель, у тебя с этим проблемы. Вам стоило нам об этом сказать. Мисс, это мой дом. Мне не нужно проверяться у вас каждый раз, когда я что-либо чиню. Когда раньше не видел, чтобы смеситель чинили молотком. Много ли вы сами починили смесителей, молодой человек? Не думал так, поэтому показалось, вы не знаете, какие инструменты вам нужны. Как долго вы тут были? Как раз прибыл несколько минут назад. Если ты слышал что-то до этого, значит, это должна была быть... Та тетка, помнишь? Хе-хе-хе-хе. Вы не думали о том, что сможете починить ее завтра? Кстати, логично. Вы просите меня уйти, мисс? Нет, Рик, она просто вежливая. Мы арендовали этот дом и хотели бы побыть в нем одни. Мы не особо хотим звонить в правоохранительные органы. Никаких копов в Вудбери, сынок. Вы думаете, они стали бы арестовывать... Домовладельца за... Чё? За починку смесителя? Я просто делал небольшую работу. Если вы не можете потерпеть, это уже ваши проблемы, не мои. А знаете что? Если вы, ребята, не хотите, чтобы я чинил смеситель, я оставлю его как есть. Блять, камеру ставил, козел. По-любому. Заперев дверь, мы обсудили, что делать. И пришли к выводу, что с Риком с самого начала было что-то не так. Казалось, ему нравилось придумать отговорки, чтобы прийти без предупреждения. В конце концов, мы решили, что Рик странный, но... вероятно, безобидный. Мы объяснили его поведение крайней неосведомленностью в обществе. «Послушайте, мы уже проделали весь этот путь, давайте просто повеселимся», — сказал Майк. Но к этому времени я уже чувствовал себя по-настоящему уставшей. Я решила немного отдохнуть. 11:39. Могла заснуть из-за этих стуков в мою дверь. Ты все еще не спишь? Тяжело спать, когда кто-то стучится в дверь. Ты не против, если я зайду? Мне хотелось бы кое о чем поговорить. Шторм начинается сильно ухудшаться. Я почти не вижу грузовик на дорожке. Мне нравится то, что Нора сейчас совсем одна. Она будет в порядке, Сидни. Не беспокойся, я позабочусь о тебе. Чё? А нахуя обо мне? Что? Хей, это вообще не проблема.
Парням следует наблюдать за теми, за кого они беспокоятся, верно? О чем ты говоришь? Поединок, однако. Не совсем так я представлял нашу поездку, Сидни. Было странно. Можешь в это поверить? Он просто бродит по дому, будто он им владеет. Он действительно владеет. Но я надеюсь, просто, блядь, прекратит. Думал, ты можешь быть напугана в одиночестве. Я имею в виду, я слегка напугана. Чё ты... Чем бы тебе не сесть около меня, Сидни? Блять! Я не понимаю, кто из них более уебан. У-ху! Ладно. Перформанс. Перформанс, вернее. Арп, ты знаешь, я скучал по этому. Ах ты тактичный ублюдок, ты типа специально в дверь кое о чем поговорить. Мы просто разговариваем, прошло так много времени. Знаешь, тебе не надо спать одной, если ты не хочешь. Блять, Нора это его девушка. Говоришь, так будто не помнишь нашу поездку в Авергон. Помню очень хорошо. О да, расскажи. Я помню, она была неловкой. Но она хотя бы неплохо начиналась. Майк, мы много выпили, кое-что произошло. Это верно, я надеялся, может... Они случатся вновь. Он, походу, насильник. Я думаю, я собирался поговорить с тобой об этом. Собиралась. О, так, как, блядь? Пропустил. Чего пропустил-то? А я не могу сообщение прочитать. Нора пишет, блядь. А чё она написала? Она написала на помощь ПЖ. Я собиралась поговорить с тобой об этом. Просто позволь позаботиться о деталях, Сидни. Майк, я не думаю, что сейчас хорошее время. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury, and my stinking tire just blew out. It's snowing, and I'm on the side of the road on Highway 11 near Road. It's Kent Pond. The snow is like half a foot deep, and I can't get the lug nuts off the tire. Это ребенок какой-то, это 13-летний или что? I hate to ask, but can you two come get me? Какой-то пикми, блядь. Какой момент? Но я думаю, мы не можем оставить Нору брошенной. Нет, Сидни, ты останешься здесь и спишь. Нет смысла в том, чтобы отмораживать обе наши задницы. Ты уверен? Да, я уверен, ты в пижаме, а я еще уже одет. Просто располагайся поудобнее, а я пойду помогу Норе. Мне всегда нравится делать тебе приятные вещи, Сидни. Блять, что за кринж? Я не понимаю. То есть, он намекнул на то, чтобы меня выебать опять? Потому что мы уже это сделали, когда напились. Чё стоим? Мы завершим этот разговор позже, окей? Хорошо, поспи пока, оставайся в тепле. Ты реально думаешь, нам стоит, блядь? Просто выберу. Походу, ни на что не влияет тут, как бы, в игре. Бля, я что-то уже начинаю напрягаться, если честно. Могла лечь спать, не заперев входную дверь. Сейчас этот еблан тут будет ходить. Эй, почему бы тебе не отдохнуть, пока я буду в отъезде? Ты уверен, что безопасно есть в такую погоду? Я думаю, я пока останусь на какое-то время. Смотри, убедись, что ты позаботишься о всех. Да, блядь, закрой свое ебало, иди нахуй уже.
Ну-ка, обнять. Просто обнимем. Мне интересно, есть тут какой-то вообще, ну, типа, вариант? Не пойму, я запер дверь или нет? Ну, наверное, да. Типа. Бля, ребят, сейчас будет жопа, чувствую. Я сказала себе, что все наладилось бы, если бы я могла просто немного отдохнуть. Нора всегда знала, как поднять мне настроение, и с каждой минутой мне это было нужно все больше. Так как она скоро приедет, я решила отдохнуть. Это было у входной двери. Блять. Кто-то был снаружи так поздно, ночью было ужасно. Представляете, сколько время? Смотри, дружище, я знаю, это не очень хорошо долбиться в дверь посреди ночи, но я в плохом положении сейчас. Рассчитывал на поездку от некоторых друзей, но они остались позади примерно в 2 часах. Спасибо, но я надеялся, что вы позволите мне подождать внутри, пока мои друзья не добрались, чтобы подобрать меня. Вы не зайдете сюда, и точка. А вы, сука, издеваетесь! Это тот тип с пиццерии, да? Ты позволишь мне там замерзнуть насмерть? Я не заставлял вас идти пешком в снежный шторм. Мне стоило знать, что тут вы будете такой же сукой, как и в пиццерии. Что, ты думаешь, я не видел тебя и твоего маленького паренька, рыбачущими в заливе ранее? Я подумал, может, вы сейчас дадите мне шанс, но, похоже, все еще нет. Недобро. Убирайтесь, или я позову полицию. Тут нет полиции поблизости. Говоря об этом, я не вижу тут грузовика твоего приятеля. Я звоню в 911. Ладно. Как пожелаешь. Не чувствовал себя в безопасности, открывая дверь. Бля, вы ёбнутый. Как будто надо было наоборот скрыть, типа, чтобы... Но позволь мне кое-что тебе рассказать. Ты получишь по заслугам за то, что оставила меня там. Карма еще та, сука, дружище. Мужчина у двери казался незначительным по сравнению с тем, насколько я была уставшей. Много долг держать глаза открытыми, мне нужно было немного поспать. Блять, это ошибка. Очень напугано, мне кажется, что я слышу, как он ходит по дому. Не могли бы вы приехать и посмотреть, раз уж вы живете так близко? Киса. Thank you.
Блять, а нахуя мы на чердак залезли, вы меня заколили? Просто так прятаться? Но тут не такая игра просто. Надо вниз будет спуститься сейчас. Блять, несмотря на то, каким странным был Рик, увидев его тогда, я испытал облегчение. Какого черта тут творится? Объяснить ситуацию. Да, я приехал настолько быстро, насколько мог. Я бы больше не беспокоился о нем. Беспокоился. Он его ёбнул, походу, слышите? Кстати, где твой друг, тот, кто был с тобой ранее? Он должен скоро вернуться. Хм. Так получается, вы тут сейчас одни? Да, но мои друзья... Блять, а как? Что с ним? Все еще не чувствую себя в безопасности, открывая двери. Он стоит просто. Шторм по типу такого приносит в гости самых разных людей. Не все из них знают, когда нужно держаться подальше. Блять, что за пиздец? А как? Бернинге, я не был в пункте проката уже несколько недель. Что вы имеете в виду? Ой, блядь! Бля, я не могу побежать. Все хорошо, мисс. Да. Поздновато для сообщений, не так ли? С кем вы разговариваете? Мои друзья скоро приедут, это так? Да, спасибо, что зашел. Со мной все будет в порядке. Уверен насчет этого? Да, я просто переусердствую. Может, мне стоит проверить все, убедиться, что все в порядке? Кто вы? Что ты сейчас сказала? Предъявить. Это мой гребаный дом. Я уйду, когда сам захочу. Чего вы хотите? Я хочу то, что принадлежит мне. Этот дом и тебя. Вы посягаете на чужую территорию. Я так не думаю. Если кто-то покинет этот дом, это будет один из нас. Блять! А куда мне бежать, блять? Куда меня, блядь, выкинуло? Не, это не все, можно пройти, просто я... Кот не туда побежал. Какая-то анимка, после которой он идет туда. Не спрашиваю ему, кто он. Ну, давайте попробуем по-другому.
Да, ебать, я сёрнул в моменте, кстати. Я просто читаю, тут предыстория появилась. Ну ты сейчас сказал. Не, без вариантов. Ебать сложно, очень сложно. Прикиньте, блядь, телефон нахуй зазвонил. Нора заруинила, блядь. Чем ты к нему пошел? Я не знаю. Да, блядь!
чё я трубку не поднял? Закончить говорить по телефону с другими гостями. Блять, слишком много. Почему я не могу написать им просто? Уйдите нахуй. Тут маничело. Рик Уилсон это вообще позвонил. Двери выбежал. Долбоёбы. Он типа ёбнул, наверное, того. Не рассказала им обо всем, что произошло после ухода Майка. Рик позвонил в полицию. Но к тому времени, как они прибыли, буря уже утихла. И, конечно же, этого человека нигде не было видно. Всю ночь я прокручивал это в голове снова и снова. Мы думаем, что человек, которого мы видели, тайно жил в том домике, когда он не использовался, и планировал ограбить нас во время нашего пребывания, но копы, похоже, решили, что за действиями этого человека скрывался более серьезный умысел, действие, выходящее за рамки простого ограбления. Рик спросил меня, как выглядел этот человек. И после этого больше не задавал вопросов. Мы думаем, что он знал больше, чем говорил. Но в конце концов он полностью вернул нам деньги. Это, конечно, здорово и прикольно все. Вот только у меня один блядский вопрос. То есть понятно, как происходит вообще жизнь, и, скорее всего, рассказывали, ну, со слов ее. Но, типа, я не понял одного момента, какого хуя, блядь, чел, у которого есть девушка, предлагает выебать чувиху, которая подружка их. Коротко о дружбе, блядь. Вот она какая. И то есть, мне интересно, если бы я выбрал, давай попробуем, блядь. Что бы было бы? Ну, скорее всего, ничего, потому что, если вы видите, игра, она как бы не подразумевает под собой, блядь, выбор какой-либо. Ну, это просто пиздец какой-то, если честно. А нахуй тогда ехать с таким контекстом? Может, не девушка, а сестра? Да, мы не знаем, типа, сестра это или девушка, что-то такое. Но мне показалось как-то очень сгущающая такая атмосфера, что, типа, это не то место, где нужно, блядь, вот при таких обстоятельствах о чувствах, как бы, ну... говорить, потому что я просто всю игру думал, кто ж, блядь, хуесос-то, блядь. А хуесосы мне казались абсолютно все. Как всегда, в принципе, разъебал. Чё, жаль, разраб. Сказал, что не будет делать больше эту серию игр. Почему? 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 11664 платных подписчиков. Вот это найс. Вот это заебумба. Заебался, наверное. Это единственные хорроры, которые пугают. Так они атмосферные очень у него получаются. Но я все равно считаю, что лучшая часть в этой серии это не вот когда дом.
А чел на вышке, помните? Когда была вышка такая, и там сатанисты. Вот это был разъеб. Она прям, блядь, пиздец, как я как обосранный сидел. Она, наверное, самая лучшая из всех частей. Странно, что он больше не хочет. А может, он сказал, что он не будет вот такие хорроры делать, а будет что-то другое делать, как думаешь? Просто другая серия у него будет. Локализейт Тадбай. Аника 1048, Нико, Вампкэт, Феникс Эппл и Никита Гор. Вы перепутали пол у персонажей.